Состояние трех подростков, пострадавших в пожаре в дачном кооперативе в Излучинске, стабильное. Об этом заявили в Нижневартовской окружной детской клинической больнице. Две девушки находятся в стационаре, один из пострадавших по-прежнему в реанимации. Сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме поступило на пульт дежурного утром 3 апреля. Наряд прибыл на место происшествия через 10 минут и приступил к тушению. По словам спасателей, к моменту приезда дом полностью охватил огонь, обрушилась кровля. В ликвидации пожара задействовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается. Однако известно, что пожару в частном доме предшествовал хлопок, характерный для взрыва газового оборудования. Два подростка погибли. В результате возгорания двое 16-летних подростков, парень и девушка, погибли. Еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. До настоящего времени один из них находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяется версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.